GPS-навигатор Mio Move 330 – представитель среднего класса. Его назначение – только навигация. Мультимедийных возможностей в нем не предусмотрено. Выглядит устройство представительно. Корпус обычный, но изящный и компактный. Материалы очень качественные. В основном это матовый пластик. Окантовка экрана выполнена из металла. Сборка тщательная. Устройство внушает надежность. Автокомплект для него тоже очень хорош. Кредл компактный, процедура установки предельно проста и не вызывает затруднений. Шнур питания крепится к кредлу, так что устанавливать и снимать навигатор можно одним движением. Аппаратная конфигурация устройства стандартная. Дополнительная возможность – работа с телефоном через Bluetooth. Прибор комплектуется программой MioMap 2008. По возможностям она очень похожа на седьмую версию iGo. Использует те же карты Украины от Carte Blanche. Есть версии навигатора с картой «Автоспутник». Она поддерживает сервис Яндекс.Пробки в Киеве. Для загрузки данных использует мобильный телефон. Move 330 обеспечивает быстрый старт, хорошую чувствительность и точность навигации. Карты MioMap отличаются детализированным покрытием по всей Украине и простотой пользования. У «Автоспутника» отлично детализированный Киев. Других городов немного, а интерфейс не такой приятный. Настройка интернет-соединения через Bluetooth потребует усилий. Mio Move 330 – качественный 4-дюймовый навигатор по разумной цене.